Очередной рейд, очередные нарушители. Вопреки многочисленным предупреждениям, любители зимней рыбалки продолжают выходить на лед в запрещенных местах. Вместе с рыбоохраной МЧС в очередном рейде была и наша съемочная группа. В этом месте находится одна из зимовальных ям, где ловля рыбы, конечно, запрещена. Однако ни этот запрет, ни плюс 5 на градуснике не останавливают поклонников зимней рыбалки. И сколько бы инспекторы рыбоохраны не штрафовали нарушителей, каждый день люди продолжают выходить на подтаявший лед. Рыба здесь собирается именно потому, что есть течение. Следуя покатному инстинкту, она идет к притоку свежей воды. И здесь как раз собирается в основном судак, тарань и лещ. До этого ежедневно приходилось выезжать в эту акваторию, постоянно проводить рейды. На этот раз рыбаки не скоро сюда вернутся. В то время как рыбоохрана выписывает протоколы, спасатели МЧС разбивают лед. Легче так, чем каждый раз объяснять рыбакам об опасности на льду. Многие даже после того, как угодили в воду, не оставляют увлечения. Рыбаки такие люди непредсказуемые. Даже если будут их спасать, они все равно будут туда лезть. Чтобы избежать несчастных случаев, принято решение поломать лед. Чтобы не было рыбаков, скажем так. Улов у рыбаков изъяли, им придется заплатить штраф за пойманную в запретном месте рыбу.